Я, в принципе, сходу, как зашел в магазин, обнаружил вот такой момент, когда готовая продукция, да, готовая еда, она, в принципе, не просрочена, но она вздутая. То есть это говорит о том, что началось брожение, и продукт уже не надо продавать, потому что люди могут отравиться. То же самое с этой капустой. На прошлой неделе активисты народного контроля проверили в Реутове сетевой магазин «Пятерочка». Он расположен в торговом центре «Карат» на Ленина, 1А. Обнаружил, значит, филе в специях, куриное филе. Здесь указана дата, годен до 13 января 2022 года. Сегодня 13 января, а в законодательстве нет такого понятия, 13 число включительно. Соответственно, этот продукт, он сегодня должен был утром, вернее, не утром, еще в 0 часов был снят, должен был с продажи. Проверку магазина проводили тщательно. Исполнение санитарно-гигиенических норм в «Пятерочке» оказалось на высоком уровне. В магазине царили чистота и порядок. Однако просрочки оказалось много, причем сообщили об этом сами покупатели. Вообще выбираются магазины по принципу обращений. То есть к нам периодически приходят сообщения, как бы на тот, но жалобы на тот или иной магазин. Людям уже известно о работе народного контроля. Поэтому, в принципе, как бы чем больше жалоб на какой-то конкретный магазин, таким образом мы выбираем, в какой магазин идти. Здесь в данном случае было несколько, порядка 4 жалоб, что обнаружена просрочка, поэтому мы выбрали именно этот. Проект «Народный контроль» инициирован партией «Единая Россия». Он направлен на проверку качества товаров и услуг, защиту прав и безопасности потребителей, а также поддержку отечественных производителей. На этот раз в утиль отправился целый ряд продуктов – йогурты, кефир, ряженка, а также выпечка, детское питание «Агуша», салаты, рыба и овощи. В рыбном отделе вот это все просроченные продукты. Вы можете каждую посмотреть, нас проверить. Здесь то же самое, вот 11.10, значит, 3 месяца, уже сегодня какое-то. Вот это вздутая пачка, я не знаю, хотя по срокам годности проходит, ага. Но она вздутая тоже не пойдет. Теперь вот я у вас увидела одну вещь, которая тоже рыба, нету вообще на той стороне ничего. Дата выпуска, срок годности, я ее тоже куда-то положила сюда, я думаю, что... Это неправильно, да, когда нету даты ничего. Персонал магазина вел себя любезно. Ругаться ни с кем не стали, с замечаниями представителей народного контроля полностью согласились и немедленно списали продукты. Продукцию мы уже утилизировали, я уже все разрезала. Наша вина, ну, спасибо вам, то, что вы пришли. Сейчас я сотрудникам всем дам задание. Сейчас все отделы проверят, все исправят. Больше такого не повторится. По словам исполнительного секретаря «Единой России» в Реутове Дамира Деливирова, подобные рейды активисты народного контроля проводят регулярно, минимум один раз в месяц. Дарья Галакова, Сергей Сомов, телеканал ТВ Реутов.